Дегустация йогурта, пикники на природе, тибетская опера и скачки. В Тибете отметили традиционный праздник Шатон, более известный как фестиваль йогурта. Он продлился 3 дня, которые власти официально объявили выходными. Обязательная часть программы – угощение йогуртом тибетских монахов, окончивших месячное уединение. Шатон зародился еще в середине XI века и с тех пор является неотъемлемой частью местной культуры. А в 2006 году его включили в национальный список нематериального культурного наследия Китая.